На константинских карьерах в Твери прошел первый открытый сап-старт. Речь идет о водном виде спорта, разновидности серфинга. В мероприятии приняли участие как любители, так и те, кто занимается профессионально. Об итогах соревнований в нашем следующем материале выпуска. Сапбординг – молодой вид спорта, являющийся одной из разновидностей серфинга. В отличие от доски для серфинга, сапборд комплектуется специальным веслом, с помощью которого и осуществляется управление. По словам организаторов, основная идея сап-фестиваля – собрать вместе всех любителей сапбординга, нового, но уже ставшего популярным вида спорта. Это активно развивающийся вид спорта и один из самых интересных видов туризма, потому что по рекам нашей Тверской земли очень можно проложить большое количество красивых маршрутов. Участие в соревнованиях приняли 46 человек. Старты проходили как для новичков, так и для опытных спортсменов. Первым предстояло проплыть 1,5 километра на надувных досках и пробежаться по берегу. Для опытных сап-спортсменов отдельно прошел мужской, женский и смешанный заезд на 3 километра с тремя пробежками по берегу. Победителем соревнований среди мужчин стал Анатолий Лазарев. Как рассказал спортсмен, принять участие решил совершенно спонтанно. Я просто выходной день катаюсь на сапе, и вот мне позвонили сегодня в 8 утра друзья, сказали, будут соревнования. Приехал, поучаствовал. Классно. Музыка весела. Напомним, что по инициативе советника президента РФ Владимира Васильева ведется благоустройство константиновских карьеров. Теперь здесь можно наслаждаться живописной природой и вместе с этим проводить досуг. Например, спортсмены смогут заняться вейкбордингом. Также неподалеку прокладывается велодорожка. Необходимым дополнением благоустройства стал санузел. Появилось 3 санитарных узла по инициативе Васильева Владимира Абдуалиевича здесь на территории на тверских карьерах. Это значит, что наша карьера, любимое место отдыха горожан, стали еще комфортнее. Поработаем в следующем году, сделаем современные мусорные контейнеры. Все вместе, с учетом мнения горожан, мы превратим, я думаю, что наши карьеры в красивое культурное место, где будет приятно отдыхать всей семьей. И это еще не все изменения, которые коснулись константиновских карьеров в этом году. У нас появился первый лицензированный пляж. Здесь ребята активно занимаются спортом, но и много мероприятий уже проходит. Поэтому всем хотелось бы тоже сказать огромное спасибо за то, что приняли участие в этом мероприятии. Инициативу советника президента РФ Владимира Васильева по благоустройству карьер поддержал депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев. Народный избранник отметил, что сейчас константиновские карьеры становятся местом притяжения для спортсменов. Но очень здорово, что карьера, вот наша эта территория, известная всем тверичам, получает такое наполнение. И оно явно с таким спортивным уклоном. Здесь уже центр аквалангистов есть, здесь тропа здоровья, велодорожка, сапы, пляжный волейбол. Ну, можно только приветствовать это. И все больше и больше людей сюда приходит, все больше и больше спортсменов. Ну, честно говоря, территория оживает, преображается. Возвращаясь к соревнованиям по сапборду в Твери, то их организаторы планируют сделать ежегодными. Так, в следующем году они пройдут на День города.